Здравствуйте. В махачкалинском аэропорту встретили серебряных призеров чемпионата мира по футболу в формате 7-7. Напомним, в составе национальной сборной России на чемпионате мира выступали Рустам Рамазанов, Гамид Шахбанов и Али Алиев. Среди встречающих тренер спортшколы «Олимп» столичного спорткомитета, подопечный призеров Кубка мира Рамазан Гаджибалаев. Как мы уже сообщали, сборная России на групповом этапе победила футболистов Анголы и Аргентины. В полуфинале также обыграли аргентинцев со счетом 3-2. А в матче за золото наши футболисты в упорной борьбе выступили хозяевам поля сборной Бразилии со счетом 3-4. Положительных эмоций мало, если быть честным. Но в любом случае мы благодарны Всевышнему, потому что при любом раскладе надо быть благодарным. Потому что когда мы выиграли чемпионат мира, мы были благодарны. И сейчас мы не можем быть неблагодарны, хотя мы стали вторыми. Я думаю, значит, на ту волю Всевышнего больше мы стали вторыми. И, как говорится, мы довольствуемся тем, что есть на данный момент. Будем больше работать, надеюсь, что следующий турнир мы обязательно еще выиграем. Атмосфера на игре, как сказать, когда ты понимаешь, что мы проигрывали в один мяч, и осталось совсем пару минут, и мы, честно сказать, тяжело. Сейчас я вот вспоминаю, все полны эмоций, вот эти один-единственный гол, когда вот остается всего лишь пару минут, не хватает всего лишь одного гола. Тяжело это, тяжело так взять, собраться, и, как сказать, атмосфера, что вспоминаю, даже не знаю.